Как экология влияет, вот что ты можешь, то есть как жители Жесказгана влияет экология? С утра встаешь, семечками жареными пахнет. Семечками жареными? Семечками, да, с мензавода, с кислотного, вот, с серно-кислотного цеха. И да. Кислотой, и прям жареными семечками. Как к мензаводу подъезжаешь, прям можно чувствовать этот запах. Окей, а как-то на здоровье влияет? Ну, конечно, кашляешь. У меня кашель даже, ну, я курящий. Даже не курящий кашляют у нас. Вот так. Кашляют как, хронически или вот когда першит в горле? Першит в горле, да. Ну, кашель как хронически. Окей. То есть, получается, все жители Жесказгана кашляют? Большинство. Это однозначно. Онкология у нас, кажется, на втором месте по Казахстану. На втором месте, да, по Казахстану. Ну, вот я был недавно, с Караганды приезжает центр крови. Онкологических много выявили по анализам. Именно Жесказган. Да, именно Жесказган. И наши, говорят, эти врачи обсуждают между собой, как краем уха, как говорится, услышал. На сегодняшний день, за один день, 76 человек, что ли, выяснили они онкологические заболевания. Кошмар. И анализы.